Всем привет! Я Федор Чалов. А я Иван Обляков, и мы сыграем в игру «Прочитай по губам». Все, поехали? Водородная бомба. Водородная бомба? Да. Трансфер. Чего? Раз? Раз? Трансфер. Не понял. Трансфер. 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 Раздвиг? Не раз? Нет. Давай еще раз. Трансфер. 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 Стратосфера? Не. Легче все. Трансфер. Трансфер. Вообще не понимаю. Полет, что это? Разрез. Трансфер. Трансфер. Рассвет. Это полет или что? Это как полет? Ну, да, плюс-минус. Взлет, прилет, нет? Нет, вот знаешь, можно в машину, сел в машину, трансфер в аэропорт. В аэропорт? Да, трансфер. Знаешь, в машину сел, поехал. Ну, вот это вот пилот. Ты сел в машину и поехал, трансфер в аэропорт. Вообще не понимаю. Трансфер, хорошо. Скажи просто слово, как. Еще раз, просто слово скажи. Трансфер. Почетче. Трансфер. Окей. Летнее окно. Ты кто? Летнее. Лето. Я? Лето. 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 Одно слово. Лето. Лето. Земля. Что, общее? Да, общее. Общее к чему? Окно. К кому? Окно. Окно. Летнее окно. Ну, окно. Да. Какое? Летнее. Зимнее, летнее. Зимнее, летнее. Я не понимаю. В самолете. Трансферное окно. Разбил окно. Окно? Окно. Я тебя покупаю. Бумагу? Нет. Я тебя покупаю. Ужас. Иллюминатор. Как тебе это объяснить, чтобы полегче? Давай пропустим, на последнее оставим. Давай. Пропустим. Давай. Великий. Финиш? Не, великий З. З. Заба. 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 З. 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 Великий З. З великий? Великий З. Великий З? Да. Чиназос. Чиназос? Да. Сюда. Финт Зидана. Чего? Финт. Финт. Зидана. Финт Зидана. Ванька-встанька. Ванька-встанька? Да. Гол. Круг. Гол. Гол. Как? Гол. Кот. Гол. 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 Из офсайда. Гол из офсайда? Да. Подкат. 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 Да. Премиальные. Премиальные? Отпуск. Отпуск. Все, поехали теперь. К тому возвращаемся. Давай. Трансфер. Я первую букву не понимаю. Р? Т. Т. С? Т. 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 Н. Т. Т. Трансфер. Р. Там... Сейчас, еще раз, Т первое. Тр. Та. Тр. Р. Тр. Трактор. Трансфер. Транзит. Трансфер. Трансфер. Я думал, как тебе показать, да. Пентатрик. Стой. Чел. Гол. Гол. 5. Пентатрик. Да, хорош. Даня, стой. Усталость. Первое. У. Да, усталость. Удар. Нет, усталость. Устал. Усталость. Усталость. Усталость – это иллюзия. Усталость – это иллюзия? Да. Базель. Па.
ЦСКА, ты, ЦСКА, Базель. Нападающий? Нет, нет. Кто? Бас. Клуб. Базель. Париж. Пас. Базель. Б. Ты играл. Базель. Да. Горчичник. Блин, я сейчас музыка понял, такая интересная, что хочется подпевать. Okay. Я не могу читать по губам тогда. Горчичник. Давай заново. Смотри, желтая карточка. Желтая, красная. Сейчас, можно паузу прям, секунду? Подожди. Сейчас, да, перестроюсь. А реально, на самом деле, поменяй другую музыку. Музыка иногда сбивает. Ну, там рыбчик такой, знаешь, Иванич читает, по-моему. Итак, мы продолжаем. Сейчас. Горчичник. Смотри, желтая карточка. Желтая, красная. Судья. Куда? Судья. Куда? Ворота? Не-не-не, стоп. Нет. Судья. Куда? Туда. Первый. Смотри, судья. Рефери. Рефери. Левый? Так, смотри. Желтая. Желтая. Говори. Что? Нет. Желтая. Карточка. Ваня, показывай руками. Окей. Карточка желтая. Желтая карточка. Что это? Горчичник. Горчичник. Да, хорош. Армейцы Москвы. Я же тебе говорю, тут по букву, по губам без шансов. Окей, ЦСКА. ЦСКА. Мы кто? Я, ты, ЦСКА. Мы с тобой? Ну, нет, я, ты, Дивей, Фур, ЦСКА. ЦСКА. И? Инсайд? ЦСКА. Как-то можно показать? Вот это, Россия? Россия. Нет, а я, ты, ЦСКА. Клуб. Клуб ЦСКА. Да, ЦСКА. И кричалка. Армейцы Москвы. Кричалка какая-то? Да. Армейцы Москвы. Еще раз, да. Вот. Армейцы. ЦСКовская? Армейск? Что? Армейцы, да. Армейская кричалка? Армейцы. Армейский? Армейцы. Армеец. Да, только много. Армейцы. Какие-то московские армейцы? Что это? Армейцы Москвы. Армейцы Москвы? Да. Понятно. Так, все. Бомбардир. Бомбардир? Хорош. Да. Человек. 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 Да. Человек. В смысле, человек? Просто написано, я что сделал. Разминка. Разминка. Луис. Иваныч. Луис. Это какой-то мем? Не-не-не-не. В ЦСКА мем. Ну это ладно, ты не понимаешь все равно. Разминка. Реал. Разминка. Первый, еще раз. Разминка. Разминка. Да. Искусство. Искусство. Да. Удар. Удар. Да. Все, удар? Все. Ну ты, если честно, лучше меня был. Вон, ты не слышишь. Хорошо. Фу, было. Блин. Ну мы ни с чем не... Ну горчичник только было тяжелое. Не, ну... Ну а так, я, честно, трансфер хуже было, я не знаю, какие трансфер не отгадал. Не, ну я просто, видишь, мог получше объяснить как-то. Я все думал, как тебе трансфер-то показать. Угу. Как тебе его надо было показать? Переход. Так, ну да, типа, сказал бы Мотя, Сафон, типа. Ну, может быть, там ПСЖ, может, я не знаю. Ну или кто еще? Мбаппе, Реал, типа, трансфер. Но все равно, короче, нормально все было. Ну, короче, надо было мне просто получше тебе объяснить. Да, ну ты хорошо объяснял, блин, мне очень понравилось. Да, ты тоже. Только в моменте, ну понял, вот ты когда начинаешь просто по губам, ну и ты же знаешь, я не вообще, вот, ноль. Да я тоже, честно, могу, ну в легкую, а можно тяжело реально не понять. Так, в общем, всем спасибо за игру, это было круто. Играйте. Играйте во всем, что можно. Конечно.
Пробуйте. Игры, которые приносят удовольствие. Всем спасибо. Да, и пишите в комментариях, кого позвать в следующий раз.